Бляха-муха, просто пацаны-то... Йоо, пацаны, вы чё как говно-то играете? Хватит говне... Бона, что за хурма-то, бляха-муха, с грёбаного углового нам забивают, грёбаный козлина, да ёб твою налево! Да бляха ты, сушёная муха, да твою ж маляха, бляха ты, сука! Да что ты делаешь-то, а? Замечательно! Замечательно! Да бляха твою ж мать твою за ногу! Бляха это пиздец, чуваки! Что получится из этого? Первый матч, ребят, первый матч. Ну что, друзья мои, вновь говорим привет с футболом. Начинаем играть первый матч в онлайне. Первый матч Ultimate Team, первый матч Division Rivals. Сложнее здесь играть, чем сильно сложнее. Бу. Это Антони Марсиаль. Thank you, Марсиаль. Thank you. Бегович, красавчик. Бегович. Бегович вам что-то, по крайней мере, берет пока что. Что он делает? Что он делает? Да, что он делает, но это странно было. Не похоже на то, что он это сам задумал. Блин, серьезно? Пьер-Эмерик Обамьянг там забивает. Ни хрена себе. Ты прика, бляха, муха, чё так слабо пробил-то, братан? Сейчас можно было забить было. Такой прям проход у него шикарный. Бегович! Дэгон Сэмп, здорово, привет, как дела, как настроение? Ставь лайк, подписывайся на канал, колокольчик нажимай. Да блин, ну твою ж налево, ну как так-то, а? А чё, чего, я не нарушал. Еще и вратарь. Ты, бляха, муха, прикалываешь, чё он так медленно принимал решение? Ударить, не ударить? Да, непривычно. Нихуа на муана. Фу нах. Опасно было, очень опасно. Да бляха ты, муха, ну что ты будешь делать, а? Да бляха ты вою, ну, да что так легко-то, а? Да бляха, муха, ты что делаешь? Най, болван. Ну просто болван. Да бляха ты сушеный нам, бляха, ты что делаешь? Климан лебле, бляха, муха, ну что ты делаешь, а? Один ревет после первого тайма. Напряжение нереальное. Легко. Бляха, да какие же все деревянные это, пацаны, вы что такие деревянные-то? Ёбамана-нана, что за хурана? Ё-моё, пацаны, ну ё-моё, ну просто... Бляха-муха, просто пацаны-то... Ё, пацаны, вы что как говно-то играете? Хватит говнить! Хватит в говно играть, вы в футбол играйте! Что происходит-то? Охренеть. Что-то уже пошло какая-то жопа полнейшая. Усилиться-то некем.
Да твою ж бляха ты, ё-моё, муха. Ну что за хурма опять, а? Нормально, Роберто, нормально отработал. Опасно, но нормально. 2-1, я уже проигрываю. Да уж, сейф мирового уровня. Блин, бьет просто нереально много. Да! Есть второй! Есть! Хайпермоушен. Мать его, идти. Бегович нормально, Бегович нормально, Бегович нормально. Да заебона, что за хурма-то, бляха, муха, с гребаного углового нам забивают, гребаный козлина, да еб твою налево. Что происходит, чуваки? Стоунс нам забивает, охренеть. Да бляха ты, сушеная муха, да твою ж маляха, бляха ты, сука. Да что ты делаешь-то, а? Собрались, мать вашу, собрались. Так, нормально. 5 угловых, блин, ребят, уже угловы просто по счету, хрен его пойми. Так. Нормально. Ты да что за дебил это со мной играет, а, в команде? Замечательно, бляха ты, просто нет слов, друзья мои, что происходит с нашей командой. Ну, мать твою за ногу, да ты почему? Нормально, сейчас хорошо было. Да бляха, да твою ж маляха, да ёб твою налево. Вы чё как говно-то играете, а? Не после 22-й FIFA, это просто бляха-муха. Да твою ж ма... Почему соперник-то все это бляха-муха перехватывал? Чё он бляха-муха съел-то, мать твою, за ногу? Эй! Чё вы творите-то, а? Собрались! Пизд... Просто... Это просто... Это 10-й дивизион. Это 10-й дивизион, ребят. Ну, это шедевр просто. Это шедевр, друзья мои. Вот. Ладно, собрались, ребята. Да ты чё, блядь, ты прикалываешься, что ли? Никто не мешал, он как бы взял, ушел. Хоппер. Да бляха твою ж мать твою за ногу, бляха, это пиздец, чуваки. Что за хурма происходит в моем... С моей командой, это просто бляха-муха. Да ну, бля, да даже здесь он смог это брать. Чуваки, это просто ад какой-то. А мне нравилась FIFA 22-23. До этих всех событий, как говорится. Да бляха, да что такое-то? Ни хурма не получается. Ёб твою налево, пацаны. Ну ёб твою налево. Вы чё как коз... Да твою ж бляха, да твою ж мышь. Да ёб твою налево. Просто... Это просто... Ребят, нет, вот нецензурных слов, дабы выразить мои эмоции от этого матча. Это просто... Ужасно, это просто отвратительно. Почти в 3 раза больше у соперника удара по воротам, ребят. Это, бля, нет цензурных слов, ребят. Это ёбаный насос. Просто, что это вообще такое сейчас было? Это, чуваки, просто. Я закрываю сам себе рот, чтобы, блин, вот. Ну правда. Ладно.